Anjumanımızın ikinci kısmı da Maşar Zaman Sıkaçman Rabbisi. Dilevi Eskidi Çıbani Bişir Rabbi Kepiler. Buran Yüzyıca Kadir'i. Hayırlı hata olan kıldı. Сегодня, да, сыграли в ничью. Дома обидно, конечно, очень обидно мне. Футбол, команда Кызылкум немножко удивила. В каком смысле они стали играть в центрального защитника, массированная оборона и, в принципе, старались держать сзади на ноль. Ну, вот этот нелепый стандарт, который они забили, немножко наши планы, ну, как бы спутал. Поэтому, ну, сыграли один на один, давление было, мы больше мячом владели, моментов было больше. Ну, что сказать, были моменты, нагнетали, все старались сделать. Один на один, что сделать? Бренч Булем, очень воин был, да? Яхше tomosha bo'lib o'yin bo'ldi. Ikkinchi taymga borib o'yin surat tushib ketdi. Bu jismoniy holat bilan bog'liq. Kimdan anaqasi tushib ketdi? O'yin surati, hujumkorlik pasaydi. Мы во втором тайме больше же атаковали. Посмотрите, если вы там смотрите по телевидению, по-моему, показывали. Мы больше атаковали, больше владели мячом. И, естественно, мы там... Ребята наши хотели, я их не упрекну в желании. Ну, какой-то... Не было, я не знаю, какого-то огонька, да, не было. Ну, а в первом тайме вот этот гол, который они забили со стандарта, не знаю, говорим со стандарта, внимательно, вроде разобрали полностью, ну, залетел, будем разбираться. А так, какое физическое состояние? Нормальное движение, как бы было, переигрывали их, ну, не забили, что сделали. Победа была. Masalın üçüncü parası salamız var. Üçüncü bugün ikinci oyunu oynadı. Bu oyunda ham zahiren ama yani şöyle bir durum. Asası takipte şu durumda geldiğinde hani salamlar. Ну сейчас неплохо Милиев выглядит в этом плане, поэтому сейчас ну предпочтение дали ему, как бы выпустили его, также планировалось на свежака вытащить, чтобы он там цеплялся. Вроде вышел, сейчас оценивать его игру это тяжело сейчас, надо проанализировать. На сегодняшний день я предпочтение отдаю. Бугун захирадан түшкен ойынды күчөйтүп алдым. Ну, мы поменяли позицию под нападающим, какая-то связь пропала между атакой и полузащитником. Ну, тяжело сказать. Хотели выпустить второго высокого нападающего, чтобы на стандартах где-то. Вопросы задать, ну, скажу так, не совсем усилили. Элла Кейна, дебют уйна хакада канака фитрлай. Элла Кейна, вот, про которого вы в ту пресс-конференцию спрашивали, сыграл относительно, ну, как сказать, вроде бы первое впечатление неплохо, старался, все, потом сам попросил замену, там, сзади, что ли. А так, нормально сыграл. Спасибо.